Всем большой привет! Сегодня будем готовить быструю и очень вкусную подливу из фарша, которая хорошо сочетается с любым гарниром. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Две средние луковицы нарезаем небольшими кубиками. Две крупные морковки трем на мелкой терке. Дальше разогреваем глубокую сковороду. Вливаем в нее 2-3 столовых ложки подсолнечного масла. Высыпаем туда лук и жарим его до мягкости. Затем добавляем морковку и продолжаем жарить все вместе примерно 5 минут. При этом содержимое сковороды иногда перемешиваем. Теперь выкладываем к овощам 500 граммов свиного фарша. Хорошо все перемешиваем и жарим на среднем огне до изменения цвета мяса. Комочки фарша разминаем до нужного нам состояния. Дальше добавляем 1/2 чайной ложки соли, 3 чайной ложки черного молотого перца, 1 чайную ложку сушеного базилика, 2 столовых ложки томатной пасты. Тщательно перемешиваем, жарим 2-3 минуты, а затем вливаем примерно 0,5 литра воды. Закрываем сковороду крышкой и тушим подливу на небольшом огне 15 минут. Время от времени содержимое сковороды мешаем. Подаем к столу в горячем виде с любым гарниром. Особенно хороша такая подливка с картофельным пюре. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.